Привет, друзья, с вами Ваймс, и это такой небольшой апдейт по поводу того, что происходит, и также заодно расписание на неделю с 11 по 17 декабря 2023 года. Частично это в видеоформате, потому что расписание немножко сложное, частично потому что есть еще другие интересные новости. Но начнем давайте с расписания, потому что оно чуть-чуть действительно сложно. Дело в том, что на этой неделе выходит финальный DLC Улонга, и я хочу его постримить, но выходит оно во вторник. Понятия не имею, в какое время, хотя мне кажется, что предыдущие DLC выходили типа ночью, в ночь с предыдущего дня на тот день, в который они, на ту дату, как бы, в которую они написаны. Так что, вероятно, оно выйдет в ночь с понедельника на вторник, но это не точно. Так что стримы на этой неделе будут во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье. А что именно на этих стримах и в каком порядке, это пока что неизвестно. Скорее всего, вторник, среда и, может быть, четверг будет Вулонг, в зависимости от длительности этого DLC. И потом в субботу и воскресенье будут Bloodvest и After Image в таком порядке. Но, может быть, во вторник еще DLC Вулонга не будет, и тогда во вторник будет Bloodvest, потом в среду, четверг и, может быть, субботу будет Вулонг и в воскресенье After Image. Или если Вулон кончится раньше, то вместо него тоже будет After Image, и будет два стрима After Image. Как-то так. В общем, все зависит от того, во сколько именно Вулонг выходит. Точнее, DLC Вулонга. Сам Вулонг выходит в январе или феврале когда-то. Вышел уже. Ну и это расписание на эту неделю. Стрим 18.00, но обычно я говорил, что они на Твиче. 18.00 по Москве, но на самом деле тут кое-что меняется в том плане, что на самом деле еще месяц или даже больше месяца назад на Твиче изменились правила, и теперь там разрешают на других платформах проводить одновременные стримы, так что, скорее всего, эти стримы будут одновременно на Твиче и на Ютубе. Месяц до меня эта инфа доходила, и я разбирался, что как. В основном мне было лень разбираться, что как. Но сейчас я вроде бы разобрался, и попробуем постримить параллельно на YouTube и на Twitch. Так что стримы будут на Twitch, ссылка в описании, и стримы будут на YouTube. Наверное, ссылка не нужна, если вы это видео смотрите на YouTube. Так что да. Но учитывайте тогда, что, во-первых, эти стримы, они в отдельной вкладке стримов, и записи тогда я отдельно заливать не буду, и буду оставлять просто запись стрима, и она тоже живет не во вкладке видео на канале, а во вкладке стримов, который, по идее, там не должно быть пока что, потому что я ничего не стримил, насколько я знаю, на Ютубе. Но потом она, наверное, появится. Или, может быть, она есть, но в ней ничего нет. Я не смотрел на свой канал не со своего интерфейса, как бы. Так что я не уверен. Но, в общем, записи стримов, они будут во вкладке стримов. И с этим есть некоторые проблемы, потому что эти записи будут, естественно, в таком случае со всяким там несколькими минутами ничего и потом музыки в начале, с перерывом 10-15 минут в середине, там в конце я вырубаю стрим не сразу, как только я сказал пока, чтобы он не обрубался резко, и вместо этого там еще там, не знаю, минута какая-то, ничего. В теории на Ютубе есть возможность монтировать видосы и обрубать такие вещи. Я в прошлый раз ее использовал, не знаю, году в 2016, и тогда она работала абсолютно через жопу, что ставишь обрезаться этот видос, там я вырезал паузу в записи какого-то стрима, которую я забыл вырезать у себя, ставишь его вырезаться, и там сначала ничего не происходит, потом через час оно обрезает видеоряд так, как обрезалось, но при этом звук остается как был, то есть звук на несколько минут уезжает из-за того, что в звуке там пауза в 15 минут, а в видеоряде ее нет. И потом там еще через несколько часов звук тоже обрезается, и оно становится нормальным. Я надеюсь, оно уже не так работает, потому что это было немножко неюзабельно. И если оно работает нормально, то я просто буду после завершения стрима в ютубовском редакторе это все резать. Если оно не работает нормально, то стримы будут оставаться с паузами всякими, и просто будут тайм-коды, наверное, в описании. Или что-то типа того. Ну, в общем, во вторник будет тестовый стрим такой на YouTube и на Twitch параллельно, если у меня получится все настроить к тому времени и разобраться, как это все работает. И потом посмотрим, если это будет нормально работать, то дальше я буду так стримить и туда, и туда. Если нет, то я не буду так стримить. Типа, если у меня комп не будет вывозить одновременно стрим на YouTube и на Twitch, потому что там в разном качестве можно стримить, так что я бы хотел в более хорошем качестве на YouTube заливать, поскольку YouTube позволяет.
Но тогда это плюс дополнительный поток обработки как бы стрима. С другой стороны, можно локально сохранить в том же качестве, что я на YouTube заливаю. В общем, это все техническая хрень. Если будет работать, то буду стримить параллельно. Если не будет работать, то не буду стримить параллельно. Протестим во вторник, скорее всего. Ну и да. Ну и, соответственно, чаты там и там есть. И я не уверен, как это будет работать. У меня будет на втором мониторе еще одно окошко с еще одним чатом, видимо. Хотя можно какими-то сторонними средствами объединить вроде бы чаты. Может быть, я так пытаюсь сделать. Ну, в общем, разберемся, что с этим и как. Ну и получается, это примерно все. Еще момент по видео, которых в последнее время нифига нет. Их в последнее время нифига нет, потому что я был занят в реале какое-то время. Сейчас уже вроде как дела у меня закончились. Но также, помимо этого, когда я не занят в реале, я в последнее время немножко уже над топом года работаю. Так что не знаю, когда будет больше видео, когда-нибудь. Но будут ли они на этой неделе, я не уверен. Ну и что касается самих видео, которые, может быть, будут на этой неделе. RL1 Run. Элдена с большой шпагой. И я все еще хочу еще потыкать Astral Ascent, рогалик. Хотя вряд ли я буду тыкать больше одного видео, но чуть-чуть еще потыкать хочется. Так что когда-то эти две вещи. И также я думал, RoboQuest может быть еще на видео допройти, доанлокнуть последнего чара и все такое. Ну да. В общем, как-то так. На этой неделе DLC Вулонга и Bloodvest и After Image в каком-то порядке. Сами стримы вторник, среда, четверг, суббота и воскресенье на Ютубе или на Твиче. 18:00 по Москве все это. И приходите тогда на них и смотрите. А с этим видео на этом все. Я надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.